спасибо огромное, что вы пришли. Расскажите, что мы сегодня с вами будем готовить. Мы будем сегодня готовить, ну, это пирог, не пирог, такая пицца, не пицца и слоё... Вот, пицца, не пицца. Нет, лучше пицца. Значит, это какое-то мучное изделие. Это мучное изделие, очень легкое, с грушей и сыром в ракфор зеленым. Прослушайте. Ну, мы сначала поставим пирожочек, поставим, он будет готовиться. В духовочку. Потому что, да. Они быстрые, их только испугать надо, и все. Что сейчас пугать? А вы знаете, они как? Живы? Они конечно, чтобы они не успели это самое крикнуть нам что-нибудь неприятное. Вот, смотрите, да, тесто, я так понимаю, что это простое какое-то. Слоёное, но я сама его не делала. Это пережитки. А зачем вы взяли скалку? Мы и не будем рассказывать. Прошу вас, вы не используете скалку на кухне? Нет, зачем? Только побить кого-нибудь. То есть вот и все? А? Вот так вот. Вот так, очень-очень просто, очень быстро.